Тут есть механизмы, есть прикольная тема с пятой таверной царица. Энергоцарица. Она под баблами вообще отлично будет работать. Так что если получится закукать его, то будет гуд. Ну, мы вдвоем. Давай, двойные баблы будут. Двойные баблы. Мне кажется, баблы сейчас очень сильные. Давай попробуем, да, попробуем. Сделать ориентир на энергоцарицу. У нас в катке Пушкин и Лермонтов в разных парах. Серьезно, смотрите, Пушкин. Смотрите, реально Пушкин и Лермонтов в разных парах против друга. Не скажешь, как умер Пушкин? Ну, я считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучился своей смерти. Жаль, конечно, этого добряка. Как это могло совпасть? Это просто жесть. Я думаю, лучше будет зумер-существо какое-нибудь крутое взять и обилку на него накинуть. Я думаю, план такой. Если вас, среди вас нет Дантеса, то Пушкин победит, получается. Я приложу все усилия, чтобы стать Дантесом на эту игру. Не Дантеса, есть Томатос. И выжил. Это факт. Один хп, не выжил. Так, этот... Блин, да как ты... Что ты, злодей, дракон какой? Жесть, ты видел? Дракон против этих вообще расхукивает. Так, давай я тебе дам монетку, и ты рольнешь, потому что супер-гига фигня какая-то выходит. Не знаю, выбери что-нибудь одно. Ты можешь, по сути, так сделать, или через монетку его... Ну, конечно, собаку накидывать это умом. Ну, ладно. Эх, анлаки. Собака под пузырем. Нормально, мы сейчас усилились. Посмотрим, что там будет дальше. Обалдеть, обалдеть. Налево? Кайф. Супер гуд, супер гуд. Левелап хочешь? Ну, можешь левелап и вот это, в принципе. Нормальная история. У меня полная фигня. Ничего из этого не хочу брать. Значит, давай возьму этого, и вдруг найду релака металлиста, и будет круто. У тебя, кстати, будет сейчас 8 монет. Ты в теории, если будет круто, сможешь взять 2 тройки, и у тебя еще хватит монетку на бабл. Мне кажется, это суперсильный ход будет. 2 существа и бабл. Мне кажется, это неплохо будет, вообще неплохо. Завтра стрим будет? Обязательно. Обязательно. Нормально. Приветик, приветик. Ты можешь взять вот это и вот это. Думаю, неплохая история. Мне, правда, звери будут, но я думаю, нормально. Давай, 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 давай. Так. Баран. Реально баран. Баблы накидывать. На... Да, это, конечно, забавная ситуация. Ладно, если будет релак металлист, будет супер-мега-гуд. Особенно под птичкой. Плот-твист. Кушал мясо, уронил кусочек. Посмотрел на пол, увидел что-то темное, поднял. А там божья коровка. Нормально, повезло, повезло. Разве не повезло? По-моему, гига повезло. Золотая гусыня. А вот это проблема будет. Это будет проблема.
Ну, ничего, сыграли, гуд. Еле-еле душа. Сейчас, подожди. Подожди, может быть, я сейчас... Ты сможешь... Смотри, стой. Давай ты сейчас продаешь, левелапаешь. А, подожди, стой, нормально. Просто левелапайся. Левелапайся. Доверься, левелапайся. Я тебе передам триплет. Передаю триплет. Юзаешь? Смотришь, что там будет. А вот это неплохо, кстати. Под баблами, под всем. Нормальная история. Ты заюзай сейчас. Нормально. Как мне не нравится баблы давать на зверей, вы бы знали. Ну ладно. Так, шнапи. Хирпов 0. Что поделать? Ну, Буян приколен. Буян приколен. Ну и жалко не энергоцарица, да? Полена тоже гуд. Но энергоцарица как будто бы посерьезнее была бы. Эх, чуть-чуть не хватили. Второй раз нас вот эта вот свинья разваливает. Анлука. Две ары без хрипов, нет повости печальнее. Есть моментик такой. Я думаю, это бери. Кайф. Так, а у тебя... А тебе надо... У тебя два механизма. Ну да, у тебя в любом случае механизм будет. О, триплет. Кайф. Вот это, экономика жесткая. Ты можешь, в принципе... я думаю, от вот этого отказаться. Рольни, maybe. Так, вот тут давай вот эту maybe. Блин, можно было, наверное, на него забаблить. Ну ладно. Супер забавная ситуация. Звери под баблами. Это что такое? Вы когда-нибудь видели такое, нет? Мы в четвертой таверне. У нас в теории все гуд, экономика есть, баблы есть, даже какая-то сила есть на столе. Так что нормально. Да, вот подсмотри, как много прокачивает одно полено. Уже 3-3 атаки всем дало. Супер кул. Пойдет. Звук опять или такой трекован? Мне кажется, у меня просто жопа моя башня. Но могу ошибаться. Новая тактика автомата, пузыристые звери. Да, неповторимая. И не советую никому это повторять. Блин, опять одно существо стало. Ладно, нормально, мы по чуть-чуть получаем, по чуть-чуть. Но это Лермонтов, как бы. Лермонтов сильный мужик. Интересно. Ну давай, посмотрим. Ты можешь в теории мне отдать... Даже, наверное. ХЗ, правда. Норм ли эта история? О, давай мне. Если сможешь, передай мне вот этим вот. У тебя, конечно, активатор боевых ключей. Но... У меня сосиски. Но у меня сосиски. Еще один, да? А
Обалдеть, смотри, насыпает. Смотри, сколько насыпал. Так, я хочу как-то тебе чем-то помочь. У тебя нету. Да, как будто бы пойдет. Даже вот так сделано. Странная история, но что сможет, сделает. Вообще очень странная. Супер, гига, мега странная. Я такого никогда не видел. Здорово, Цезарь, привет. Буян как будто лишний, возможно. Блин, мы ему еще пробафали. Это нехорошо. Так, своего пробафало наконец-таки. Ура. Кстати, если ты сделаешь дракона... Слышишь, если ты сделаешь дракона, повторяющего боевые ключи в триплет, наверное, лучше мне отдай. Я думаю, это будет супер гуд история. Вообще, я думаю, это будет отличная идея. Хорош. Под оркестр вообще будет кайф. Я со зверей уйду. Я уйду. Но обязательно вернусь. Курица работает через бабл. А что раньше появилось, курица или яйцо? О. Так. Может быть? Чародейка Дракари. О. Давай. Мурлоки есть? Нету мурлоков. Это очень вкусно. Перерождение бы. Смотри, насыпает. Гуд. Тихо. Бран возможен? Невозможен. Так. Тебе пока нечего, да? Какая жадбиная история, какая жадбиная история, какая же. Отбитая история, очень отбитая, очень история. Гидра, не нужна гидра. Перерождение еще накинуть на релака металлиста, а? Ну давай ради аниме. Сейчас родим, сейчас будет ривендер, сейчас будет активация боевых ключей, сейчас... Нормально все будет, нормально. История одной отбитости Томатоса. Как и всегда. У него статы навсегда останутся. Блин, у него статы навсегда останутся, что за бред? Это отстой. Это отстой. Фигня страта, ты не веришь? Не веришь в эту страту? Я гига верю. Звучит как вызов. Кстати, можно самому себе оставить ТС-босса. Ну, давай, левелапнись. Я думал триплетик сделать. Ну, ладно. Давай я себе Терезгосу возьму. Не, не было. А хотя, у тебя же этот есть. Да давай крутани, может там Ривендера найдешь. Куда я бабл дал? А, никуда еще. Я думал, я сюда дал бабл. Опа, еще один переждал тут. И тут Ривендер, не повезло. О, давай. Так, а ты не можешь, да?
Не можешь пока. Понял. Немножко упорото, если честно. Ай-я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 й. У них тоже дракон, сохраняющий статы. Ладно, минус один дракон. В смысле? Он же погиб! Он же погиб! Ой-ой-ой. Нормально, ладно, нормально, нормально. Выиграли, выиграли. Все хорошо, все хорошо. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Не переживайте, все хорошо, все под контролем. Так, так и было запланировано. Так и было изначально запланировано. Нет, так не было изначально запланировано. Мы просто специально это делаем, чтобы продлить катку чуть побольше, продлить удовольствие всем, понимаете? Поэтому это нормально, это нормально. Так, а у тебя второго дракона нету? А, есть, есть, все гуд. Бранчик гуд. Хотя подожди, ну да, да, все нормально. Блин, я не забыл. Нормально. Давай мы тебе пораскидаем. Немножечко. Так, а я могу тебе что-то дать? Давай, пораскидывай, пораскидывай. Покукаем тебе атаку. Еще разочек, и можешь юзать. Я забыл маме. Ну, мы все под контролем. Потом вот это вот, наверное, мне заюзаешь, а это сам тебе заюзаешь. На случай, если этот. Да как будто бы уже и нет. Не-не-не-не, я думаю, не. Просто вот отдашь мне потом это. Странная история. Никто не делайте так, как делаю я. Это опасно. И там драконы, и там драконы, и там драконы. Ладно, эта катка будет веселой явно. Ой. Очень важно то, чтобы Терсгосы погибли максимально быстро и чтобы ему не доставалось. Да-да-да, умница, умница, легенда. Как приручить Терсгосу? Ну это дичь, да, ребята. Сказать то, что это умная стратегия, наверное, не сказать. Веселая стратегия, наверное, тоже не сказать. Но зато какая мемная. Так, ладно, против него я справлюсь. Главное, чтобы все в Терсгос упадало. Нет, 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 нет. Да было минус 104, в смысле? Ой. Ой. Ни разу в Терсгоса не упала, кстати. Не твой уровень, дорогой. Не повторяйте это дома. Только один баф на меня упал. Я понял, да. Не, ну тут что сказать? Тут не повезло просто. Ну, ну бывает такое, бывает. Бывает, ну бывает. Да. Короче, сейчас я тебе еще одно существо отдам. Давай продаем и мне его отдай просто. Продай и мне его отдай. Может быть, это не самое умное, что я сейчас сделаю. Ну ладно. Хватит тормозить, уже сердце болит, блядь. А почему? Да ладно, нормально чё. Да нормально чё. Нормально.
Не парьтесь. Не парьтесь. Главное, что в Терсгосу попало хотя бы что-то. Терсгосу молю. Как же они доджат Терсгосу? Выглядит все очень странно. Но в моем стиле. В стиле Томатоса. Ладно, этот справится. Да. Как будто бы норм. Не упало ни одной сюда. Понял? Ни одной. А? Я лично не пусси. Вы как думаете, чат, вы пусси? Я думаю, что я не пусси. И я не пусси. Все. Мы с зумером не пусси. Если вы пусси, то ваши проблемы, ребята. Мы не пусси. Все нормально. 452 дает, если что, один оркестр. Так. Битва двух молодых. Моя очередь. Ага. Ты разгосу можно попасть хоть разочек? Хватит утормозить, уже сердце болит, блядь. Ладно. А где его статы? Хм. Странно, очень странно. Он же сейчас не выйдет из минус 653, да? Найс. Ну, неплохо. 516 дает оркестр. Как будто бы неплохо. Один хп остался. Играем? Играем? Играем, играем. Сомнительно? Да. Странно? Да. В стиле Томатоса? Еще как. Еще оркестр отсюда. Да. Можно подогнать другану, в принципе, я думаю. Карточку такую небольшую, да? Можно, я думаю, слегонца. Блин, я даже не знаю, брать самоуверенность, нет? Я уверен в нашей победе или нет? Как будто бы уверен даже. Ладно. Еще оркестр есть. Ну, да, нету. Да. Только я вот так вот поставлю, чтобы что-то произошло. Ну да, ставь, мало ли что произойдет. Сколько он дает? 548. Не самый сильный. Да, но удача зрения. Блин, будет очень странно, если вот, вот налево и направо будет давать, да, вот на него. Я вот этого точно не хочу. Папа. Ну, в принципе... Не знаю. 612. Еще сейчас даст. 632. И еще сейчас даст. 650. 660. 672. 676 дает оркестр один. Но есть, правда, ощущение, что я здесь справлюсь, такое небольшое, но присутствие того, что мы можем здесь справиться, присутствует как будто бы. Ну что ж сказать, надо тренироваться, ребята. Кто мне говорил то, что релак и оркестр плохая стратегия?
Мне кто-то говорил, что релак и оркестр очень плохая стратегия. Ханатера пишет: я все равно прав, что это плохая тактика, ибо вам повезло. Знаешь, как говорится, везет сильнейшим.